И всем привет, с вами снова я, ВДВ. Ладно. И мы будем открывать вот эти кейсики только на моем аккаунте. Тут совершенно те же самые скины. В прошлой серии это был его сундук, и у него там были эти оружия. Ну, он их всех продавал и решил не дать его аккаунт. И он не дал его навсегда. Кто помнит прошлое видео, он все знает. И я еще немножко кейсиков приготовил. И мы будем открывать 40 кейсиков. Сейчас открываем самый ужасный, наверное. Не упал, так 9. Он мне немножко обучил. Ну, это вот так встретили с ним. О, наклейка выпала. Открываю еще пак с наклейками. Только уже двое. Пока. Пока. И теперь все, что я хочу, то, что я и делаю. Эмочку все-таки с прошлого видео я не продавал, потому что она прикольная. Я мечтал ее выбить. У нас последний кейсик. Предпоследний кейсик. У нас потом пойдут другие годы. Пошел у нас фистик. Ну, давайте откроем вот этот крафтинг. 13 уровень. И у меня... Вау! Дай-ка, в прошлом видео написали, что это Сильвер 6. Поэтому... Ой. Да, Сильвер 5 в прошлом видео, но у меня сейчас Сильвер 6. Вау! Прикольно, бомбочки. Да, в этой игре сегодня мы поиграем вот в эти две игры. Это я не буду, это, наверное, последок оставлю в этом видео. У нас какие-то новые паки. У нас новый пак появился. А, это такой себе пак. Вау, прикольно. Вау, у нас появился тут пак. Ничего себе! 50 тысяч! Я помню, он уже убивал, у него такой есть. Ладно, давайте открываем вот наши любимые сейфики. 40 любимых наших сейфиков. Пак, let's go. Я еще две рулеточки откроем. Это будет, наверное, самое крутое видео на моем канале. Конечно, я когда-то открывал еще 60 кейсов, только у меня дальше в прошлый раз не было канала. А сейчас у меня есть канал, и я просто снимаю видео про кейсики. Вау, эмочка. Эмочку я оставлю. Это М4А4, а это М4А1. Напишите в комментариях, какая вам больше нравится. Вау! Дигл! Так, Дигл, сколько он стоит? Мало, потом я его продам. Ну, теперь где-то мало стоит. Ладно. Он прикольненький. Мне снова эмочка выпала. Оставим. У меня такая есть. Они разного качества, поэтому я и тут, и тут добавлю. 4 эмочки. Ладно, я все-таки одну продам. У меня 17 тысяч денег. 17 тысяч, я не знаю сколько. 17 тысяч.
что знать, не знаю, что не так. О! Два! Два! Два рядом, два сбоку. Два снизу, два. Мне бы хотя бы первый или второй выпал, я просто заорал. Извините за 2013 статика это. Год, если ты открываем. Я уже открыл половину кейсов. Еще, наверное, половину. Сейчас мне точно должно быть мусор. Мне что предсказать? Не предсказывай, что мне выпало. Что-то мне не то выпало. Гусь! Опять мне это Эмма выпало! Сколько? Это я продаю. Она вот дешевая. Мне кажется, что с этого сундука очень часто будет выпадать Эммочка. Да ладно, Эммочка, все. АВП выпала, АВП, вот это хотя бы что-то новое. Я это продам, говорю, я тоже продам, зачем, зачем, даже не красненький. Я скажу, что это мой любимый цвет. Ладно. Я не знаю, есть ютубер, который еще это, эту игру снимает. Ну, это очень прикольная игра. А мне интересно, как я столько зарабатываю. Сейчас я покажу игру. Которую можно просто заработать тут хотя бы 100 тысяч. Конечно, ваши пальцы, наверное, сломаются, потому что там уже миллиард раз тыкать. Тыкнуть. Поэтому я думаю, что у вас руки не сломаются. У нас осталось два последних кейса и две игры, которые мы будем, конечно, играть. Скажем, все это проверим. И вот эта игра. Продолжаем. Так, вот эта игра. И вот тут есть такая вот вещь, которую просто тыкаете и просто халявные, несколько халявных денег. Ну, просто так миллион кейсов. И это любой кейс. Помните, у меня еще даже не было. Покажу какого кейсика. Вот этого. Что такое? Вот этого не было. И у меня он откуда-то был. Поэтому у меня только сейчас появился, и значит, из вот этих сейфов можно выбить. Ну, как я обещал, в начале видео, конечно же, поиграем в курочку, вау! Я, конечно, в нее уже поиграл за камерой, просто ничего еще интересного. Я не могу реально оторваться. Больно! Кто ударил мою курочку? Ауч! Я, конечно, это очень прикольная игрушка. Кстати, есть похожая игрушка на птичке и у игры Тома, просто я играл в эти игры. И они мне тоже понравились, но это меня больше удивило. Потому что мы играем тут за курочку, которая не умеет летать. Которая очень неуклюжая. Ну, мне нравятся такие игры. Один еще два разочка. Оуч! Прям головой.
Ладно. Открываем эти кейсики. Ё-моё, блин. Два кейсика, давайте. Бам! И что мне выпало? Мне выпали какие-то глоки дебилы. 38 тысяч? Я тут серьёзно обсуждаю обратно. Че? Ебой. Та-т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 а. Говорит, ааа, я могу очень быстро тыкать. Это же я не могу показать. Потому что я не могу. Я могу это показать, потому что я не могу. Легко, легко. Я не могу это показать, потому что я не могу. Конец. А, ё-моё, на эту игру можно залипать очень долго. Очень-очень долго. Ну все, открываем вот эти кейсики. Так, сначала вот это что? Тут у нас самые ужасные дропы. Окей, я выдержу вот эти ужасные дропы, потому что я вообще не рекомендовал этот кейс вообще ни в каких играх открывать. Ну, все-таки фейсбол откуда есть. Потому что это мой кейс. Я его создавал когда-то, я не помню. Это было давным-давно. Я создал мой папа. Ну, завтра. Это было что-то непонятное. Что у тебя не имеет ног? Собака у него там кукла. Куда еще найти? Ладно, и... Видео я. Ладно, и поиграем, как всегда. Ладно, бомба. Вау. А, смотри, еще раз. Прямо обезвреживающая бомба. А, 7... А, 7, 6, 1, 2. Нет. А, нет. 9. 3, 9, 0, 9. Вау. Блин. О, это вот ровно. 8, 4, 3, 9. 8, 4, 3, 9. Угадал. 4, 7, 4, 8. Понял. 4, 7, 4, 8. Я уже 50 тысяч на этом режиме заработал. Я не успел увидеть. Я не успел увидеть, какой там цифра была. Ну, легко. Вау, мне дали монетку. Это было очень быстро. Окей. О, нет! Ну что, всем бай-бай.